Я из своего опыта. Зрители хороши все, если ты хорошо исполняешь. И я чувствую, когда я беру зал, а беру тем, что я что-то даю. Иногда, вы знаете, не понимаю, что. Но чувствую, что что-то от меня исходит. Я заставляю внимательнее быть. Потом затаив дыхание, и потом огромный успех. Значит, я это хорошо исполнила. И это любая публика, потому что люди одинаковые. Люди воспринимают и жизнь, и искусство одинаково. Тронет это душу или нет? И больше ничего. Поэтому я не люблю ни про что. Танец ни про что. А он и в душе тогда ни про что. Тогда зачем? Сейчас очень часто нам показывают, вот это модерн. Вы, наверное, не понимаете. И человек думает, наверное, я глупый, не понимаю. Сам себе не верит. Неправильно. Верьте себе, люди, верьте. Если на вас это производит впечатление, значит, хорошо. Если никакого впечатления, значит, это нехорошо. Со мной было так, когда я была в Индии. Я танцевала там лебедя. И никто не спросил, про что это. Потом я танцевала там следующим номером под идеей из Дон Кихота. Трюками, с фуэте, все. Все индусы спрашивали, а про что это? Сама не знаю, про что. Про 32 фуэте. А это не трогает. Поэтому можно сделать и 100 фуэте, душу это не тронет. Ох, трюки, это здорово. Ну, тогда идти в цирк, они еще в 100 раз лучше это делают. Или вольные упражнения, гимнастика. Что они только не вытворяют, узлом завязываются. Как это трудно, на бревне, просто страшно смотреть. Но мы видим такое великое мастерство. Ну, просто так, когда и такая музыка, тогда это...